На совещании в столичной мэрии подвели итоги праздников. На 100 мероприятиях побывали 100 тысяч чебоксарцев. Этим утром в зале совещания администрации города не было свободных мест. Их заняли игрушечные утята. Так решили отблагодарить всех, кто организовывал и проводил масштабный праздник. Охватили практически всех, начиная с начала года. Проводили мероприятия в детских садах, школах, в трудовых коллективах. От мала до велика все были вовлечены в 550-летие города. Вы все самые активные участники всех мероприятий, брали на себя огромную ответственность, вложили силы, душу для того, чтобы жителям и гостям было комфортно. В этом году впервые основной площадкой стало певческое поле. Это было очень трудно для организации, тем не менее, это все вы выдержали. Большое спасибо, праздник удался. С праздником вас! Юбилейные медали из рук руководства города получили сотрудники правоохранительных органов, администрация и волонтеры. Татьяна Леонтьева, Павел Редков, Республика.